по пешеходной улице шары катали. Причем уже не первый раз. На Волжской в Саратове снова сдвинули с постамента бетонный шар. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. На опубликованном фото видно, что арт-объект находится в 1,5–2 метрах от постамента на перекрестке улиц Комсомольская и Волжская. Стоит отметить, что это уже третий случай, когда тяжелые бетонные конструкции перемещаются с места на место. Когда в первый раз шар прокатился по Волжской, он даже повредил припаркованный автомобиль службы спасения. Во второй раз сразу несколько шаров сняли с постаментов возле памятника Чернышевскому. Во всех случаях после инцидентов городские власти заверяют саратовцев, что в ближайшее время все бетонные конструкции будут надежно закреплены. Однако шары продолжают кататься.